В ожидании нового правительства находится Италия. Кресло премьер-министра страны остается свободным спустя 3 недели после выборов. Очевидного победителя голосование не определило. Абсолютного большинства мест в парламенте не завоевала ни одна из политических партий. И в сложившейся ситуации имя будущего главы Кабмина никто предсказать не берется. Из Италии наш собственный корреспондент Юлия Гончар. Популистское движение «Пять звезд» становится первой политической партией в составе нового парламента, а коалиция правоцентристов – крупнейшим блоком. Объединившись, две основные политические силы могли бы составить правительство Италии. Способность договариваться они уже продемонстрировали, разделив между собой два важнейших поста в парламенте. Работа парламента началась с верного шага. От единой коалиции правоцентристов на пост председателя Сената впервые в истории избрана женщина – Элизабетта Кассилатти. По значению, это вторая государственная должность. В это же время за движением «Пяти звезд» признано председательство в Нижней Палате. И правоцентристы, и движение «Пяти звезд» возможность союза рассматривают, но нерешенных вопросов еще слишком много. Кто из лидеров займет кресло премьера и какова роль Берлускони в гипотетической сделке? По итогам выборов вместо лидера коалиции, отодвинув Сильвио, занял молодой Матео Сальвини. Если союз и состоится, то между популистами и его радикальной лигой. Народные художники Сальвини и Ди Майо уже обручили, но ничего еще не решено, и прогнозировать развитие событий политологи не берутся. Не думаю, что дальнейшее развитие событий можно предсказать. Любой, кто дает сейчас прогноз и говорит о том, что закончится эта история, лжет. Потому что итог происходящего действительно сложно предвидеть. Пока политики присматриваются друг к другу, среди населения растет беспокойство. Я немного встревожен. Слишком долго политики играют свои игры и играют, в конце концов, за интересы собственные, не за страну. Что я об этом думаю? А они что об этом думают? Пришло время действовать или нет? Потому что народ устал. Кто же возглавит правительство Италии и сформирует Кабмин? Все карты сейчас сосредоточены в руках у президента страны Серджио Маттареллы. Именно он должен назвать имя нового лидера. На следующей неделе после католической Пасхи глава государства соберет представителей политических партий на первую консультацию. Юлия Гончар, Массимилиано Вольпе, Хабар 24, Италия.